Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Беловила», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрении предоставляется горный велосипед от торговой марки VNC. Модель называется Rock Rider A5. Это говорит о том, что велосипед Rock Rider имеется в виду 27,5-дюймовые колеса, а A5 это линейка, высокая, хорошая линейка на гидравлической системе тормозов. И в описании следующее. Велосипед рама имеет алюминиевую, колеса 27,5 дюймов, гидравлическая система тормозов. Ну и покрышки. Следующим хочется сказать, что покрышки очень хорошие, мягкие, при этом грубый протектор, не ярко выраженный, тем самым легко будет ехать по асфальту и по пересеченной местности будет отлично идти велосипед. Юбка идет стандартная, ну, ход у нее 80 мм, нормальный, хороший вариант. Вилка, колесо крепится при помощи легкой съемного эксцентрика. Снять, поставить нормально. Тормозная система торговой марки Logo. Это хорошая торговая марка, которая производит свои вещи в Тайване. Тайванский продукт. Спицы из нержавеющей стали. Ниппи, как мы видим, автомобильный. Легко накачать данный велосипед на любой автозаправке любым автомобильным насосом. Втулки здесь хорошие от торговой марки Quanda. Это нормальный, хороший, качественный элемент велосипедных компонентов. Крылья пластиковые, что тоже приятно. Рулевая имеет полуинтегрированные подшипники. Вот так видно здесь юбочка. Это говорит о том, что надежные подшипники спрятаны в обойму. Руль имеет красивую дутую форму. По центру толстый, по бокам сужается. Это говорит о том, что легкий алюминиевый руль формированный. Тормозная система, как говорилось, от торговой марки Logo, минеральное масло, в которой под два пальца, удобно. Переключатели Shimano на систему 3/8. Спереди на этом велосипеде 3 скорости, сзади 8, так и здесь. Слева 3, справа 8 монетка. Рама имеет красивую такую форму, необычную, что приятно на вид. Сверху идет продольная вытянутая рама нижняя, а тут поперечная вытянутая рама. Это внешне выглядит красиво. Шатуны имеют защиту большой звезды. Большая звезда 42 зуба, средняя 32 и малая 22 зуба. Нормальные, хорошие шатуны. Педали большие, пластиковые. Легко крутить педали тем самым. Говорит о хорошем, качественном велосипеде. Спереди переключатель Altus с верхней подводкой. Это говорит о том, что меньше пачкаться будет. Ну, нормальный, хороший вариант также. Сзади стоит Altus переключатель 310, также на хорошем оборудовании. То есть сзади стоит кассета восьмериковая и на восьмериковый переключатель торговой марки Shimano. Сзади также стоит втулка Quanda. Хороший качественный узел, спицы из нержавейки. На заднем также и обода здесь двойные. Как мы видим, тут даже написано Double Wall и маркировка VNC. Сзади стоит также крыло пластиковое, защитное, комфорт, качество. Ну, в этом году, в 2019 году, эти велосипеды стали уже выпускать с классными седлами. Есть отверстия, снимать избыточное давление. Мужикам это очень актуально. Легко поднимать и снимать седло при помощи легкосъемного эксцентрика. Также велосипед имеет отверстия специальные для того, чтобы можно было установить багажник. Одно отверстие и возле кассеты второе. Также с другой стороны. Тем самым 4 отверстия позволяют установить на горный велосипед багажник и сделать из велосипеда уже дорожный. На этом велосипеде можно легко путешествовать. Если вас заинтересовал данный велосипед, у которого, кстати, между прочим, сразу же в комплекте есть и подножка, то можете обращаться в наш киевский спортивный магазин. Мы всегда готовы обсудить покупку данного классного велика. Если вас заинтересовало наше видеообзор, оставляйте отзывы, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Постоянным клиентам скидки. Если вас заинтересовало, пишите. До скорой встречи.